ведущий Роман Сысоев, человек, который знает всю ростовскую музыку, всю рок-музыку, и поэтому мы на него возложили обязанности представлять тех музыкантов, которые будут подниматься на эту сцену. Давайте Роману поаплодируем. Ну и также сюда на эту сцену, чтобы поддержать меня и Романа, будет подниматься человек, который, ну, наверное, не нуждается в каком-то отдельном представлении, перечислении регалий, потому что мы все его прекрасно знаем и знаем прекрасно, чем он известен. Это Олег Гоч. Аплодисменты ваши. Ну что ж, я еще успею много всего вам рассказать сегодня, а сейчас передам слово Роману Сысоеву. Он представит первых музыкантов, которые поднимутся сюда, на эту сцену. Ваши аплодисменты. Всем большое. Когда мне говорят, там, знаменитый, я же стесняюсь. Во-первых, я не особо знаменитый, но известный, там, может быть, кому-то, да? Как широко известный в узких кругах. Кто в 90-х слушал радио «Мираж», тот меня, может быть, там знает. А также я рак по гороскопу, поэтому рак я очень скромный, как Виктор Робертович Цой. Но Цой был не расточайным, о нем не будем. Будем говорить о ростовских музыкантах, с которыми я когда-то очень много общался. Сейчас мы общаемся с теми музыкантами, которые в Москве, а их здесь очень много в Москве, ростовских музыкантов. Многие из них присутствуют в зале, и мы постепенно будем о них говорить и смотреть. Вот. Кто-то сегодня не смог, кто-то уехал, весна, там, дача, картошку копают и так далее. Вот. Ну, а первый человек, который выйдет, мы начинаем как бы с молодости, да, такой вот молодым вперед там дорогу, да, как сам песню делать. А, вперед там шагать, что-то такое. Вот. И у нас музыкант, который выпускник школы Назаретова, Акима Назаретова, известный, вы все знаете, джазовый центр в бывшем кинотеатре «Россия», где мы когда-то ходили в кино по 30 копеек или там поскольку. И это Демид, которого я попрошу выйти на сцену. Он сегодня выступает здесь для нас, завтра он улетит из Москвы. Может быть, мы его увидим здесь в последний раз, но, по крайней мере, человек, который закончил школу Кима Назаретова, я думаю, может предстать перед ростовчанами и исполнить свои песни, а также у него будет один очень хороший кавер одной очень известной ростовской группы из 90-х. Вот. Я передаю микрофон Демиду. Мы в первый раз познакомились, пообщались за сценой. Он сказал, что не пьет, потому что у него самолет. Я говорю, перед самолетом, по-моему, наоборот, надо выпить. В общем, он не выпил, я выпил вместо него белые березки, а он будет петь. А я тут передаю микрофон. Ну что ж, добрый вечер, Газгольдер. Ну, поскольку уже объявили, что представляет джазовую школу Кима Назаретова, мы споем пару джазовых вещей, ну а потом будет небольшой сюрприз для любителей музыки Ростова 90-х. Мне будет помогать Артем Тихомиров.
Шаляпинском, всегда она была в Ростове. 9 числа замечательная команда «Виа Соловки» вместе с Димой Кадышяном представили великолепный концерт памяти группы «Пекин-Ролл Роу». И сейчас мы хотели бы исполнить песню как раз-таки из репертуара «Радио Маяк». Сегодня здесь собрались, чтобы на себя посмотреть, точнее, на других посмотреть, себя показать. Ну и не только для этого. Мы все-таки собрались.